Погода у себя подряд. Вы смотрите, впереди красивая, да? Первое, к кому я хочу обратиться, здесь есть родители нашего жениха. Они молодцы. Вначале Риту, потом они родили Алексея. И для того, чтобы их брак, он был в полноте благословенный, конечно же, нужно ваше слово. Не только сына благословляю, но и невесту Ольгу. Слава Богу. Вы благословляете? Благословляю. Я не только мамой для невесты стану, но и бабушкой ее детей. Аллилуйя. Вот еще одна мама духовная. И тоже не воевал за Ольгу. И вот этот путь вступать в брак, это тоже новый путь. И самое главное, вот то, что бы я вам хотел пожелать, не напрягайте друг друга. Аминь. Вот просто не напрягайте. Лучше обстановку разряжать, чем ее напрягать. Будь мужем, которому глава есть Христос, а жене глава муж. Скажу тебе, Ольга, да, живи так, поступай так, делай все так, чтобы сердце твоего мужа, оно всегда было уверено в тебе. Это выгодно. У вас всегда будут деньги. Так в Библии написано, и муж не останется без прибытка. Ты, Алексей, с радостью берешь жены? Да. Да. Обещаешь беречь ее? Обещаю. Быть верным? Обещаю. Защищать? Обещаю. Оберегать? Заботиться? Да. Приносить в дом откровения с неба, ведения? Хорошо. Ольга, обещаешь ты быть верной? И принять Алексея как мужа, обещаю. Как главу, обещаю. Не выставлять колючки, не быть ежиком, обещаю. Может, не всегда мягкой и пушистой, но покорной быть. Хорошо. Тогда мы объявляем вас мужем и женой Алексея. И попрошу вас всех, давайте вначале мы помолимся, чтобы эти люди, они шли по тому пути, который для них Бог приготовил. Я верю, конечно, что однажды мы их также отправим куда-то на миссию, на служение, может, в какой-то город или район. И хочется верить, что Алексей станет пастором, он будет хорошей помощницей, да, у них есть все задатки. И поэтому самое главное, не будьте гордыми, Бог откроет. Халилюя! Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я прошу тебя за Алексея, Господь, благослови, пусть он будет тем мужем, благочестивым, правильным, которому есть глава Христа. Пусть Ольга будет помощницей, верной помощницей, которая помогает мужу, поддерживает его руки. Благослови детей, которые есть, которые будут здесь. Благослови во всех сферах жизни, здоровья, устройства, жилья, финансового, Господь. И чтобы они всегда были в своем призвании. В том звании, в котором она призвана. Мы поклоняемся Тебе и славим Тебя, Господь. Аллилуйя. Амен. Слава. Я поздравляю вас.
Господь благодать Божьей, пройди к нам. Это вам. Я